Это музей нашего фильма. Музей? Вы думаете, это девушка? Ух, красота-то какая! Лепота. Здравствуйте, дорогие любители нашего канала! Сегодня мы с вами опять пройдемся по центру Белграда. Наш променад продолжается. Надеюсь, будет много-много для вас интересного. Смотрите, какой мужичонка! Это музей нашего фильма. Музей чего? Нашего кино. Это музей кино! Смотрите, это музей кино! Какая прелесть! Гуляем дальше по центру города. Вы думаете, это девушка? Нет. Это высокий, шикарный мальчик идет перед нами с длинными волосами. Ты посмотрите, вся улица в музеях. Этнографический музей. Вы посмотрите, какая шикарная улица. Она вся в музеях. Мы столько музеев прошли, надо будет их посетить. Отель Белград. Вау! Отель Белград. Кто смотрел фильм? Мы его нашли. Так что все сюда. Здесь Милош Бикович. Все сюда. Вы посмотрите, какая машинка. Как сегодня везет на шикарные, интересные экземпляры. Это вот нечто. Вы посмотрите. Как я обожаю такие раритетные, даже не знаю сказать, экзотические. Еще мы с вами пройдемся по такому китайскому супермаркету, в котором есть все. Сербы, кстати, очень любят посещать такой супермаркет. Здесь реально можно все купить, начиная от дешевой косметики, там заканчивая, я не знаю, и одежда есть, и все. Давайте посмотрим на ассортиментик. Цены немножко вам покажу. Thank you.
Вот такой вот интересный у нас сегодня променад, который начался с музеев, а закончился китайским магазином. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Будет еще много-много интересного.